Наконец-то я могу выйти на свой участок и хоть немножко что-то посмотреть, погрести, поковыряться, так сказать. Делала это у меня уже 2 года, вот насыпан такой холмик. Навозили камней очень издалека. Вот сегодня я здесь кое-что убирала. Смотрела, что живое. Живого осталось мало. Вот этот вот такой гребешок у меня был. По-моему, он пропал у меня. Замерз. Вот. Вот такой вот у меня была штучка. Это не молодило. Как-то называется по-другому. Но я потом найду, подпишу, как оно называется. Вот. По-моему, это живо. Вот. Тут также на краю у меня был колокольчик посеян, это просто укрепляло, чтобы грунт не сыпался. И вот такого у меня очистка море. Он походу всю зиму рос. Вот такая вот полянище тут. Вот он навалился прям на камни. И туда пошел, вон какой добрячий. Вот какой хороший он. Но мне придется его убирать. Даже если что-то и не вылезет. И со старого будем новое сажать. Вот это вот молодилка живое. Вот молодилочка. Солнце светит. Тихо вечером стало. Весь день. Так, ой, ну все-таки интересно он какой. Вот так интересно, да? Вот такой красный читочек. Там еще молодилки.